Коллеги, искренне поздравляю весь вас с новым наступающим Новым годом, с наступающим Рождеством. Следующий год по восточному календарю, год собаки, это, наверное, самое преданное животное. И самое любящее. И, может быть, неплохо, что мы отложили закон, имея в виду специфику следующего года, но уверена, что мы его доработаем. Он будет и гуманным защищать наших животных, собак, и в то же время способствовать поддержанию и дальше развитию нашей национальной охоты в хорошем смысле этого слова.